Итак, всем привет, с вами ТопГам, мы продолжаем играть за Республику Грифонов. Смогли мы победить Империю? Снова мы восстановили, наконец-таки, в Грифоне демократию. Пока что еще нет, но вот этим мы сейчас будем заниматься. Восстановим всю демократию, проведем первые выборы, так сказать. И, конечно же, освобождаем других Грифонов, потому что, очевидно, им всем не хватает демократии. Но с вами, как я уже говорил, ТопГай, если вы вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Мы же продолжаем, поехали. У нас, кстати говоря, удалилась республиканская мечта, и у нас сразу пропустился конец игры. Я надеюсь, что у нас, кстати говоря, да, у нас есть какое-то там решение, есть на Гриффинхейм. Ладно, Гриффинхейм у нас уже есть. Окей, это понятно. Тогда вопрос, а у нас можно ли будет национализировать вот эти все территории, потому что в теории да. Или, наверное, нет, но всякие империи грифонов, а нет. Блин. Это, кстати говоря, звучит очень смешно, потому что это из-за того, что я, видимо, фокус пропустил, а не взял. Вот у меня и нету интеграции, получается. На самом деле, неприятно, неприятно получилось, но давайте идти дальше. Ну да, я все больше изучаю, что у нас тут в оккупациях, и мы только вот одно какое-то королевство можем интегрировать, это как раз-таки вот здесь. Все остальное... Все прекрасное чудо, которое мы должны были интегрировать. Но как минимум, вот видите, Империя Грифонов у нас точно, я считаю, должна была быть интеграция. Но ее нету, как говорится, увы. Так что, ну, только Аквелию и вот сердце. То есть, я так понимаю, вот здесь вот все мы сможем интегрировать. Ну, хотя бы так. Хотя, блин, выглядит просто, ну, очень смешно. Мы победили в такой полугражданской войне, и при этом вся территория ненациональная остается. И получили мы уже КБ против Хокленда. Я думаю, сразу же будем и планировать какие-то высадки туда. Кто у нас из генералов? Я думаю, вот этот вот как раз Кипарт и возглавит. Единственное, я бы, наверное, для этого ему передал горнострелков. Хотя, вообще, можно и этими. У нас достаточно и здесь хороших дивизий. И можем, я думаю, планировать сразу высадку в сердце. Сразу везде. Потому что у нас хватает флота, мы точно победим на море. И у нас хватает, как говорится, войск и... авиации, чтобы подавить любое сопротивление местное. Так что, да. Так, вроде... Ладно, если же что-то не так, как хотелось, я думаю, мы добьемся своего. И я, как вы можете видеть, начинаю уже еще эти технологии следовать. Но так, если вдруг игра затянется, хотя я думаю, что, наверное, вряд ли. Нажимаем, не забываем, демократическую цензуру. Куда, как говорится, без этого. Нам, кстати говоря, какие-то военных советников прислали сикамионские. Я... понятия не имею, где это, так что даже не знаю, откуда посмотреть. Но, по-моему, я ниоткуда этот баф не брал. И это вот именно мне просто какая-то другая сторона, видимо, дала. Тут такое бывает, потому что, допустим, Империя Грифона может давать бафы себе и Ченджлингам по разным фокусам и решениям. Может быть, это что-то подобное. Так, я думаю, хватит тренировать флот. Этот флот у нас поддерживает выставку однозначно. Вот здесь вот. Это отпускаю вот так. И я бы, наверное, еще сделал вот так. Ну, вот так даже. В принципе, чтобы мы точно полностью все контролировали. Нигде затролки никакой не было. И да, я спускаюсь вот здесь вот, чтобы все донационализировать. И потом уже, пока будут идти всякие войны, будем проводить всякие суды над военными преступниками. Да, потому что мы демократическая страна, напоминаю. И будем проводить выборы, в которых я буду выбирать, кто будет следующим правителем. Я считаю, это очень демократично. И оставим наследие свое. И будем надеяться, что наша демократия сохранится такой же прекрасной. Итак, вроде как все на местах. Можем объявить войну. Здесь мы начинаем пробиваться. Авиация у нас на поддержке имеется. Здесь какая-то битва идет. Где наш флот? Почему у нас... Подождите, это мы рейдим, а к ним пришла на помощь часть флота, но... Да, здесь мы сейчас немножко подолбимся, я так понимаю. И вот оно, вот здесь вот мы высаживаемся. Но смотрите, здесь на самом деле не так мало войск. Не хотелось бы нажимать, наверное, форсированную атаку. Кстати говоря, вот мы перехватываем их флот. Здесь мы все же высаживаемся. Окей, ну здесь всего одна дивизия до сюда поехала. Я согласен, что этого недостаточно. Поэтому давайте отправим просто им еще поддержку. Не будем никаких форсированных атак делать, отделяя армию. Просто тихоньку пробьемся. Да, конечно же, на море мы их побеждаем, и флот их ликвидирован. Есть еще один линкор, но мы его... Ну, линейный крейсер. Мы его разбили, прежде чем он успел вернуться. И сейчас... Так, господи. С этой стороны будем нападать тоже. Кстати говоря, вот у нас флот, который сопровождал конвой, разбит. По-моему, у них осталось примерно 0 кораблей, одна подлодка, да.
Можно все переключить на рейд. Потому что в теории вот сюда как-то же снабжение проходит, верно? Мы должны такое дело пресечь. Так, я уже вижу, что у них там проблемы с припасами. Ну, сейчас мы их там подожмем. Здесь, кстати говоря, видите... Так, у нас планирования нету. У нас тоже, кстати говоря, есть не микропроблемы с припасами, потому что у меня здесь слишком много войск. Давайте как-то куда-то вас отправим отсюда, чтобы у меня с снабжением стало получше. А сейчас они от нас поубиваются, прекрасно. Здесь больше снабжения нету. Наших противников мы их можем успешно добивать. Прекрасно. Еще, конечно же, нам все во время боев всех помогает здесь авиация, которую я сюда накидал. Благо, самолет у нас теперь очень современные. И готовим еще вот такие вот операции. Вот отсюда высадимся во все эти провинции и будем просто, ну, со всех сторон их зажмем. В каждой провинции будет бой. И я не думаю, что они смогут как-то это пережить. Смотрите-ка, помощь с дальнего юга. Сикамион. Ага. Мы их очень рады видеть. Федеративный фрегат Сикамион. Давайте поищем эту страну. Так. Сикамиона. Блин, честно говоря, мне даже теперь не хочется этот альянс разбивать. Они, в принципе, демократы, да, у них, типа, нас менее плохой, но это только из-за мировой напряженности, потому что так в этой игре это все работает. Но они нам отправляют военные атташе, военные советники, мы с ними, видимо, дружим, они тоже демократы. Значит, так, как будто мы с ними не должны воевать, все-таки. Как будто мы можем быть друзьями. Да, они, смотрите, даже нам дивизии заспавнили. Как приятно, нам, конечно, они не нужны, но приятно, верно? И да, я доел здесь вот территорию, то я даже про нее забыл. Я сейчас доедут тут дивизии, доготовятся, аргу постановят и будем нападать. Ну и что, финальный удар? Я думаю, это скорее всего даже, да, отсюда пробьюсь, но это, так сказать, чтобы добить. Хотя мы можем не успеть доехать, но в любом случае это не даст нам никуда отступать. Да, мы... Да, как я и говорил, идея была в том, чтобы они не восстанавливали организацию, но... Ну и в принципе со всех направлений сразу атаковать. Но даже и без этого получилось. И не говорите, да, что мне надо захватить что-то еще. Я так понимаю, это драконьи острова. Да, так и есть. Что ж, удаляем все приказы, готовим дальнейшую выставку. Ну, я думаю, там не должно быть никакой особой армии. Да, 1-3 дивизии, я думаю, мы их чем угодно практически пронесем. У нас стоит на поддержке морского вторжения. Сейчас у нас подготовит это самое вторжение и поедем. А мы пока что разрешаем оппозиционные партии. Невероятно. У нас серийские казусы были на эти страны. И по фокусам у нас они как бы есть, да, до захватить это все. Но так как там демократические страны, я считаю, что было бы, наверное, как-то не очень красиво, особенно которые нам помогают и с которыми мы, в принципе, можно сказать, на одной стороне. А вот у нас доезжает наша армия. Авиация здесь нам не поможет, к сожалению, слишком далеко. Думаю, даже какие-то тяжелые самолеты вряд ли бы долетали. Но нам это и не нужно. А, здесь я понял, окей, так по-другому не пройти. Мы занимаем берег и занимаем гору, местную столицу. Забавно, что Иишка смогла сюда высадиться и успешно. Да, Окленд взят. Забираем его, забираем оставшихся два корабля. С этим, можно сказать, на западе у нас здесь все готово. Можно подумать только про юг еще. А мы тем временем проводим суд генералов и думаем, что нам делать с югом, честно говоря. А тем временем там военные преступления, мы вот их судим, да, военных преступников. А здесь сами правители совершают военные преступления. И ядерная бомбардировка, да, по растениям. Любопытный мув, я бы так сказал. Вот мы даже можем видеть, наблюдать, как говорится, последствия. Итак, превосходство минус, минус политика, и у нас... теряет должность один из генералов наших, но да, он не актуальный наш генерал. И в общем-то мы их осуждаем и, собственно говоря, сразу же и судим. И давайте пройдем к выборам. И с Хелквиллом покончено. Больше здесь не будет никаких распространителей чумы. Смотрите, Орден просит нас о помощи. Да, мы послать... можем все что угодно. Я бы послал то и то, но давайте людей, потому что люди как будто первая опция, как будто важнее. Но в целом, да, вроде как они справляются, но мы об этом ничего сказать ничего не можем.
И мы, кстати говоря, прокладываем демократические железные дороги к границам, чтобы нашим демократичным войскам хватало демократичной еды. Примерно так. Ой, мы что-то национализировали, по-моему. Все еще не империю. Но, видимо, вот эти части, да, земли начали национализироваться, и у нас появилось 3 миллиона населения. Свободно, давайте можем подсократить призыв. В принципе, да, надо подемократизировать нашу армию, как говорится. И, кстати, я тут заметил не самую демократичную страну, вот здесь вот, она завоевала своего соседа, она вообще превосходство. Их точно надо избавляться в нашем недемократическом мире. Точнее, у самого демократического мира, конечно же. Вот. Поэтому срочно наши демократические самолеты будут нести демократические бомбы на этих ужасных-ужасных злодеев. Итак, конец эпохи. Смотрите-ка, мы можем использовать Старую Гвардию, единого борца, военного магната, либо же бизнес-грифона. Конечно же, в наших абсолютно народных выборах, в которых решает только население нашей Грифонии, мы выбираем бизнесмена, что дает нам деньги. Не вижу в этом ничего не демократичного. Так что да, прекрасно. И теперь мы еще заодно и коммунистов подушим. Да, профсоюзы мы разрешили, но контролируемые. Теперь коммунистов и будет демократичная страна. Отлично. Ну и давайте, баронство Румеер. Пора вам немножко познать демократию. Наши мехи справляются, кстати говоря, хорошо, но да, были какие-то микропроблемы. В целом, все равно да. Конечно же, у нас все прекрасно. Нам еще, конечно, каких-то огнеметных танков, чтобы было все совсем шикарно, но это уже ладно. И так тоже сойдет. Классики, ломается здесь фронт, но мы стесняемся сюда обратно отправить войска. Да, авиация помогает. Есть, конечно, большие проблемы у нас из-за того, что мы вот так вот проходим, особенно у меха. Но мы все равно занимаем Ромейр, и сейчас им некуда отступать. Без организации постепенно сейчас мы выбьем здесь все в принципе. Плюс, конечно же, авиация тоже носит большой урон. А там, кстати, Речная Федерация, Речная, сделала прям реально федерацию. Ну, что ж. Так и быть, на них фокусов у нас нету. С ними у нас никаких, как говорится, демократических проблем нету. И вот после всех наших демократических реформ навсегда должны мы увековечивать нашего диктатора, чтобы все помнили, какой он был прекрасный. И да, вот мы добавляем огнеметные танки. Так, вместо ПВО. Я думаю, все-таки авиация, так и быть. Ладно, мы точно завоюем. И это из всего, что я здесь хочу оставить, наверное, самая авиация ПВО, получается, от авиации самое ненужное. 1800 легких танков. Скорость я сделал 12, чтобы мы не отставали. Чуть-чуть у нас повысится арга. Забавно, почему. Просто танковая атака из-за того, что мы убираем ПВО, уменьшается. Тоже забавно. Но самое главное, что у нас увеличится, это то, что огнеметные танки дадут плюс кучу атаки в разные местности. В особенности, говоря, очень важно при укреплениях и при рек. В принципе, хотя остальные тоже бафы есть и полезны. Смешно, когда в игре ты можешь добиться 130% макс эффективности, и в итоге в день ты из-за этого по 0,5% эффективности поднимаешь. И просто посмотрите на скорость того, как это растет. Это просто безумно. И вот еще две демократические армии деплойнуты. Можно скоро начинать окончательную демократизацию, так сказать, грифонов. Итак, вот она, наша армия успешно обучена всем принципам демократии. Наши танки тоже доделаны практически. Тут осталась пыль, но я думаю, во время войны уже как-то достроится. Как бы потерпит, верно. Тут несколько, ну, 1,5 месяца осталось. Авиация вся была генералом роздана. Давайте, конечно, единственное, ей передадим приказы. Но я думаю, дальше они будут пускай справляться сами. И да, давайте-ка мы донесем все-таки демократию всем. А то как-то, ну, не оно, не оно. И так, кстати говоря, мы не можем даже объявлять с этим странным войну, как говорится, увы, но ладно. И так, кто бы сомневался, как говорится, наша демократия сильнее их демократии. И по потерям, я подозреваю, должно быть примерно то же самое. Вот оно мы, наши потери. Кстати говоря, они все еще уйдут с кем-то. Ага. Но на новом материке. И смотрите, здесь какие-то фокусы. Блин, мне казалось, что здесь еще нет стран с фокусами. А, ну, видимо, видимо, есть. Окей, допустим. Там еще декодировали нас, мы тоже их декодируем. И потери приятные, приятные. 700 тысяч на 8 тысяч, ну,
потихоньку, да, уже 1 миллион сейчас будет, да, уже есть 1 миллион, всего лишь на 9 тысяч. Примерно так всегда и хочется воевать, я бы сказал. Икс, вероятно, нас высаживаются, а, да, я тут собирался, как говорится, это, как вы можете видеть, на море тоже с ними повоевать, но немножко забыл флот поставить обратно на миссии. Слушай, что я могу с этим сделать? Да, достаточно просто, я просто эту армию вот сюда отправлю. И подавлю высадку моментально. У нас даже некоторые проблемы с снабжением происходят из-за того, что у нас слишком быстрые дивизии. Потому что, ну, да, у них, объективно говоря, скорость не маленькая. В идеале должна быть 12 км в час, конечно, из-за инфраструктуры. Из-за того, что у нас не самое везде снаряжение, на самом деле, то, которое как бы дает 12 км в час. И вот еще какие-то микродебафы у нас поменьше в итоге происходит. Ну, все еще как бы прекрасно. Кстати, да, они все еще как-то высаживаются, видимо, во время битвы какой-то или что-то такое. И да, где-то все-таки мою дивизию смогли окружить они. Ну, потому что они, очевидно, треть агрессивности наступают, где-то что-то слишком далеко периодически проходит. Такова, как говорится, цена быстрого завоевания третьей скорости. Ну, ладно, что поделать. А вот хотелось бы с этим разобраться, и тут у нас, да, целые две свободной армии, которые тоже давайте-ка мы куда-то отправим. Мидори тут надо победить, я чувствую, аниме. А там, я думаю, будет все уже решено. Хотя, я бы сказал, все уже решено. Потери просто уже не восстановимые. Ну что, у нас остается Макави и Астарион. А, окей, я думал, надо будет высаживаться. Вообще, скорее всего, придется высаживаться. Потому что я бы, наверное, заранее готовился где-то здесь вот высаживаться. Потому что придется, придется. Я помню, что эта страна не добивается без высадок. Поэтому надо сразу готовиться, чтобы потом не ждать. И, кстати говоря, вот мы и разбили их флот, хотя и не совсем. И наш флот, конечно, такой очень хиленький. Просто много назахватывали кораблей чужих. Факт, у нас именно нашего флота как такового особо и нету. Ну, сейчас потихоньку перемалываем их флот. Поставил я все здесь на рейды. Да, кстати говоря, мы уже где-то даже высадились. Ну, сейчас будем здесь все добивать. Осталось, да. Еще, я так полагаю, одну выставку. Либо хватит островов того, что мы захватывали, но нет. Нужно еще добить вот здесь вот их. А, еще у нас вот здесь сломался фронт, поэтому мы вот здесь вот еще можем получить очки. Они здесь их, точнее, вернули себе. И, господи, да, они еще вернули их вон там себе. Ну, сейчас мы с этим всем, с этими микровыставками разберемся. Король Ленбардии мертв, и вместе с этим капнула вся республика Астарион и все ее вассалы. Говорится, есть только одна демократичная страна лидера на этом континенте, это мы. И, наверное, мы на этом закончим, потому что по факту уже не осталось никаких соперников, и наши фокусы тоже на этом заканчиваются как раз. Мы смогли успешно нашей диктатурой перейти к абсолютно честной демократии. Так что, ребят, с вами был DubGuy. Обязательно ставьте лайки и комментарии. Не забывайте, это видео в Крутбусте, все в описании. До скорых встреч, ребят. Всем пока.